Ребят, всем добрый день. Хочу немножко сегодня поругаться. У нас есть такая улица Хорошева в городе. Она соединяет маршала Жукова и Ангарский. И эта улица по одной полосе в каждом движении. Да, полоса дорога. И, в общем, они вырыли больше месяца назад две ямы, засыпали их щебенкой и в течение месяца, даже больше уже, не закапывают. Вот такие ямы они вырыли. Машины объезжают по встречной полосе все движения. Представляете, ночью влететь в такую яму даже на скорости 40 км в час. Сейчас покажу вторую яму. Там тоже объезжают ее, вон видели машины. А вот вторая яма тут с люком, она, сетки валяются. И вот так люди постоянно объезжают эту яму по встречке. А вечером тут вообще пипец, что творится. Вы можете представить, да, когда одна полоса просто не движется. Вот эти работники дорожных ремонтных работ, все, тавтология такая, прям твари. Такого длительного ремонта закатать этот кусок, блин, несчастного асфальта, такое длительное время, больше месяца, не могут. Создают такие трудности в движении на этой оживленной улице. Город Волгоград, улица Хорошева.